Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали. Скорость не выше 25 км в час и только с 12 лет. Водителей моноколес приравняют к пешеходам, соответствующие изменения в ПДД уже на подходе. Короче, как пишут «Сильные новости», водители этих штуковин обяжут ехать только по велодорожкам, а при их отсутствии можно будет и по тротуарам. Пересекать проезжую часть можно будет со скоростью пешеходов. Детям до 12 пользоваться девайсом будет запрещено. Установят и технические требования. Моноколесо должно будет иметь исправные тормоза, рулевое управление и свет, а максимальная скорость – 25 км в час. Ну а почем нынче девушки фабричные? Российская группа «Фабрика» приедет в Кополь на областные дожинки. На них потратят больше половины всех денег, которые выделили на весь этот праздник. Больше 60 тысяч рублей. Это больше, чем весь бюджет прошлогодних областных дожинок. Гонорары белорусских исполнителей куда скромнее. У Александра Солодухи 2600 рублей, а у Алены Ланской 1700. Чего только не придумают мошенники, чтобы поживиться нашими кровными. Ранее «Сильные новости» уже писали о вежливых ребятах, которые приходят в гомельские квартиры, предлагают прочистить вентиляцию. О том, что эта услуга уже включена в стоимость коммунальных платежей, они не сообщают, а могут припугнуть и штрафами. За свою работу брали внушительные деньги, прокуратура их вычислила, завела уголовное дело. Ну а вы не дайте себя обмануть.